Ебать, а что ты умоляю, не надо. Да воровать машину, не знаю. Убери его руки. Руки его убери. Убери руки его. Ну рассказывай, как прошу ты пас. Показывай, показывай лицо свое. Показывай, как ты лицо тебе, чтоб тебе стыдно было. Давай, как ты? Как ты? Что ты теперь прикрываешься? Ты вор, ты нечестно работаешь, ты понимаешь? Матери твоей стыдно, отцу твоему стыдно за то, что ты такой. Что ты теперь прикрываешься? Теперь тебе стыдно, да? Это человек, который на Барабашова ворует внутри машин, блин. Вскрывает машины и ворует, блин. Вот все, он. Кто видит его, вот его паспорт. Пожалуйста. Юбилейный один. А ну, еще раз паспорт. Дай его, пожалуйста, сюда. Только аккуратненько, вот тебе. Навруз Аврагим. Навруз Аглы. Ну вот его паспорт, пожалуйста. Вот он. Нет, он не сидит. Не курю. Тоже. Сейчас милиция приедет. Не умеешь воровать, не воруй. Я тебе говорю, спраду что-то украл нахрен. Какую я спраду что-то украл? То есть, короче, ты же машину не открывал, ничего не воровал, да? Вообще ничего не воровал. Ну помню же.